Черт возьми, малыш. А ты, видать, любишь рисковать. Эй, красавица, принеси-ка везунчику Ларе еще выпить. Мартини, хорошо, милая? Сейчас прольется, че-то кровь. Ставка 5000. Сейчас в банке денег больше, чем мой отец зарабатывал за год. Катя, еще 10. Ставка 15000. Обожаю время, когда у меня не было денег. Повышаю на 5. Повторяю, 20. И повышаю вдвое. А проиграть не боитесь? А вы рискните. Ставка 40000, сэр. Черт возьми, чем дальше, тем интереснее. Папа, да, милая. Хочется танцевать. Развлекайтесь. Да, Джен. Что? Застегни. Все это видно. Мои близняшки? Да ладно. Детка, застегни пуговичку, пожалуйста. У тебя всего лишь пара пятерок. О, боже. Ва-банк. Я пас. Всегда ни в чем не виноват, а фишки просто упали тебе под ноги. Я не смотрел по сторонам. Ладно, малыш, пошли. Вы уж простите его. Нет проблем. Твой друг капитан хочет, чтобы ты дал гудок в честь Нового года. Ты что, правда? Я пойду? Беги. Кон. Спасибо, простите, пока. Отличный парень. Да, это точно, я сама ему удивляюсь. Вы сидите за капитанским столиком? Прекрасное место для встречи Нового года. А ваш муж... Часто это срабатывает? Что? Осторожное упоминание моего мужа, которого у меня нет. Вы уже дважды осмотрели мои пальцы в поисках кольца. Обычно это срабатывает гораздо лучше, чем сейчас. На таких лайнерах всегда полно одиноких женщин, которые надеются кого-нибудь здесь встретить. Но вы на них не похожи. Сэр. Не ждите, что я буду благодарить вас за это. Мэгги Джеймс. Дилан. И чем вы занимаетесь, мистер Дилан? Это мое имя. Весьма часто люди сильно напиваются, ругаются со своей женой или мужем, поднимаются сюда и как сумасшедшие скупают фишки. И такое случается каждую ночь. А я обязан у них выиграть. Я профессионал. Это звучит сексуально. Почему бы и нет? Рада была с вами познакомиться, Дилан.